Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня на уроке мы познакомимся с казахской народной сказкой «Мастер Али». Вы научитесь описывать героев произведения, используя имена прилагательные. Ребята, прочитайте название нашего произведения. По опорным словам «хан», «сын», «охота», «несчастье», «музыкант». Догадайтесь, о чем расскажет вам сказка «Мастер Али». Предположите, о чем это произведение? Правильно, ребята. Сегодня мы познакомимся с ханом, его сыном и музыкантом Али. Ребята, прежде чем вы прочитаете сказку, познакомьтесь со значением слов, которые встретятся в нашем произведении. Свирепый – катал, вепрь – кабан, провинность – аеп, сафьяновы – сахтиян, плетка – камша. Ребята, вы прочитали сказку. А теперь ответьте на толстые и тонкие вопросы к первой части сказки на странице 17 нашего учебника. Каким был хан? Почему слуги боялись сказать старому хану, куда уехал Хусаин? Правильно, ребята. Хан был очень жестоким. Все жители боялись его. Но при всей суровости своего характера он очень любил своего сына Хусаина. Ребята, составьте один тонкий и один толстый вопросы ко второй и третьей части нашей сказки. Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием. А теперь, ребята, мы выполним упражнение 344 на странице 19. Опишите главных героев нашей сказки, используя имена прилагательные. Правильно, ребята! Хан – жестокий, злой, свирепый, беспощадный. Али – старый, нищий, находчивый, умный, мудрый. Ребята, исходя из содержания сказки, составьте синквейн к слову «мастер». Правильно, ребята. Мастер – находчивый, мудрый, смастерил, спас, сыграл. Мастер Али своей находчивостью спас жизнь ханским слугам. Синоним к слову – искусник. Хорошо, ребята. Скажите, какие знания с нашего урока вам пригодятся в жизни? Да, ребята, в любой трудной ситуации нельзя отчаиваться. Всегда можно найти выход, какой бы трудной она ни казалась. Ребята, сегодня на уроке мы познакомились с казахской народной сказкой «Мастер Али». Научились описывать героев произведения, используя имена прилагательные. Наш урок подошел к концу.